Многие жители округа в этом году не смогли выехать на землю и воспользоваться льготным отпуском, поэтому у ямальцев возникает немало вопросов, касающихся оплаты проезда к месту отдыха и обратно. На них готовы ответить по телефону горячей линии Заксобрания Ямала. В окружном парламенте напоминают, что законодательство дает северянам право на компенсацию проезда в отпуск и обратно раз в 2 года. Если работник должен был воспользоваться им в этом году, но из-за пандемии поменял планы, то его можно перенести на 2021 год. Такое право закрепило российское правительство. Кто может претендовать на перенос льготного отпуска, как быть уже с купленными билетами, вопросы можно задать на странице сайта Заксобрания ЯНАУ или по телефону горячей линии. Звонки принимают с 9 до 12 и с 14 до 16 часов в будни.